Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самаре открыли пункты приема обращений жителей к врио-губернатору Вячеславу Федорищеву. Они будут работать в каждом районе города. 22 июня в России отметили День памяти и скорби. 83 года назад началась Великая Отечественная война. Цветы к вечному огню на площади Славы возложили первые лица области и города. Жителям Самары рассказали о самом масштабном кинофестивале короткометражного кино в России. Творческую встречу провел московский кинорежиссер Сергей Тютин. Национальные танцы и угощения. Самарские татары и башкиры отметили праздник плуга Сабантуй. Вопросы дополнительной поддержки армии, военнослужащих, участников СВО и их семей обсудил врио-губернатор Вячеслав Федорищев на очередном заседании оперативного штаба. Врио-губернатор отметил, что необходимо усиление по двум направлениям. Первое – это увеличение мер поддержки бойцов, которые уходят защищать родину. Второе – защита со стороны правительства тех, кто принял решение служить родине. Начиная со следующей недели в 63-м регионе будет оптимизирована работа по выплатам участникам СВО. Финансовая поддержка увеличится до 1 миллиона рублей, сообщил Вячеслав Федорищев. Также он поручил профильным ведомствам разобраться с вопросом выделения земельных участков ветеранам боевых действий, принимавшим участие в СВО. Все, что мы с вами последние 3 недели и далее проговариваем, в основе нашей работы, в тех поручениях, которые даются здесь, на оперативном совещании правительства, ежедневно. Это все является безукоснительной догмой для исполнения. Сегодня глава региона Вячеслав Федорищев встретился со студентами Самарского университета. Врио-губернатора рассказал им о своем студенческом опыте и о том, какие главные задачи стоят сейчас перед командой областного правительства. Подробности в нашем материале. В их руках будущее региона. Вячеслав Федорищев встретился со студентами Самарского университета, чтобы рассказать о своем студенческом опыте и обозначить первоочередные задачи, которые сейчас стоят перед командой правительства региона. Мы сейчас готовим большую программу развития региона. Это не бумажка ради бумажки. Мы хотим за 1,5 месяца такой вот вдумчивой работы реальный план действий для себя обозначить. Очень просто. У нас есть ресурсы. Ресурсы – это бюджет, ресурсы – это те или иные программы, в которых мы участвуем. А самый главный ресурс – это люди. Да, у нас не такой сильный бюджет пока что еще, мы сделаем его сильным обязательно. У нас не так много программ, где мы участвуем, получаем поддержку. Еще не везде, мы получим обязательно. Общаясь со студентами, глава региона рассказал, что задачи, которые им предстоит решить в дальнейшем, многофункциональные. Задачи большой команды, и нужно настраиваться на высокую производительность. Он рассказал, что когда учился на первом курсе, получил от ректора такое напутствие. Если вы будете хорошо учиться и поступите на ответственную работу, на этой работе будете стараться, будете трудиться, будете по 12 часов в день работать, 12 часов в день, то может быть, вас оценят, вы станете более ответственным начальником, и вы будете работать по 16 часов в день. Одна из студенток спросила врио-губернатора, как он планирует повысить уровень выявления проблем региона. Он ответил, что эта работа уже ведется. Глава области также напомнил, что сейчас создается объективная точка сбора информации – ситуационный центр губернатора Самарской области, в который все министерства будут представлять объективные данные. А также поручил организовать для активных студентов Самарской области стажировку в правительстве региона. Виктория Шара и события. В Самаре по поручению врио-губернатора Вячеслава Федорищева открыли пункты приема обращений жителей. Они будут работать ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Помогать с оформлением обращений будут волонтеры. В городе открылось 27 таких пунктов. На одном из них в Октябрьском районе побывала наша съемочная группа. Организация бесперебойного вывоза бытовых отходов с площадки у дома и решение вопросов, связанных с региональными программами благоустройства дворов при участии жителей. Эти вопросы беспокоят Марию Левкову. Женщина отмечает, что сразу подписалась на Вячеслава Федорищева во всех социальных сетях, оценила открытый подход к вопросам жителей. И как только узнала, что появилась возможность передать официальное письменное обращение, сразу этим воспользовалась. Сейчас вот появилась возможность обратиться к врио-губернатору письменно, мы тоже ее использовали, это от управляющего микрорайоном нашим.
такая информация. Здесь официально получается, можно подать обращение, и процент больше, что оно будет услышано. Всего в городе начали свою работу 27 таких пунктов. Актуальные адреса общественных приемных можно найти на сайте городской администрации, а также на сайте телеканала «Самара ГИС». Приемные будут работать ежедневно с 9 до 18 часов. В каждом помещении будут работать волонтеры, которые помогут составить и оформить обращение. Есть определенная форма этих обращений, мы подсказываем жителям, как их грамотно оформить, помогаем заполнить эти обращения и потом уже в установленном порядке направляем для их реализации. Если человек вдруг не может писать, мы сможем заполнить это за него, передадим его данные и это обращение обязательно передадим к исполнению. Напомним, поручение открыть такие пункты дал временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе рабочего совещания. Все обращения органы власти будут фиксировать и отрабатывать. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. 22 июня в России отметили День памяти и скорби. 83 года назад в этот день началась Великая Отечественная война. На рассвете фашистская Германия напала на Советский Союз. В годовщину трагического дня цветы к вечному огню на площади Славы возложили в Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, глава города Елена Лапушкина, депутаты, члены ветеранских и общественных организаций. Подробности в нашем сюжете. Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Трагический день, который невозможно забыть. 83 года назад на рассвете 22 июня фашистская Германия напала на Советский Союз и нанесла первые массированные удары. Вражеская авиация начала бомбить аэродромы, железнодорожные станции, военно-морские базы и города вдоль всей западной границы Советского Союза. За годы войны погибли более 26 миллионов жителей страны. В День памяти и скорби цветы к вечному огню на площади Славы возложили в Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, депутаты, члены ветеранских и общественных организаций. Магомед Ахмадулаев прослужил десантником 30 лет, воевал в горячих точках на Северном Кавказе. Говорит, и сегодня русский народ одержит победу. Я что думаю, победа будет за нами, и победим. Смотрите, какая сила сегодня здесь, в Самаре, на площадь собрались, сколько людей, потому что Россия есть Россия. Армия наша сильная, и она никогда не проигрывала. Сергей Волчков воевал в Афганистане, был авианаводчиком. Говорит, преодолевать трудности в той войне ему помогал пример дедов. У меня за эту дату боролось два деда и трое дедьев. Ни один не вернулся оттуда. Отец был партизаном. Вадим Перфилов – участник СВО. Сейчас находится на реабилитации, но совсем скоро вернется за ленточку. Рассказывает, в спецоперации принимает участие с первых дней. Уверен, между событиями, которые были 83 года назад, и сегодняшним днем прослеживается связь. Тут она полностью прямая. Начнем с того, что была Первая мировая война, Вторая мировая война. Будем называть вещи своими именами, против нас воюет весь мир. Каждый раз они хотят поработить нашу великую, так сказать, державу, страну. Но это у них не получится. Не получилось тогда, не получится и сейчас. У меня мои родственники воевали. Дед получил медаль за отвагу, как раз проходя территорию Украины. Медали лежат, и когда началось, допустим, это СВО, я матери сказал, что я хочу такую же медаль, как у деда, в том же самом месте. Во время войны с СССР немецкое руководство ставило цель ликвидировать советское государство, завладеть его богатствами и германизировать территорию страны. Для советских народов Великая Отечественная война стала битвой за свободу и независимость своей родины. Шара и Николай Епифанов. События. Теперь найти работу и пройти собеседование для них станет еще проще. Иностранным студентам из самарских вузов рассказали секреты профессионального роста и о том, как снизить стресс перед собеседованием. Подробнее расскажет Полина Чулюкова.
Делать что-то в первый раз всегда страшно, особенно в чужой стране. Для студентов из Египта, Республики Чад и других дружественных стран провели занятие, цель которого – помочь интегрироваться в профессиональное рабочее сообщество Самары. Студентам рассказали, как подготовиться к собеседованию, а также о возможностях трудоустройства в регионе и об услугах службы занятости населения. Стресс. Я не знаю, может, что-то скажу, я им не нравлюсь. Что такое? Чтобы выяснить, как правильно себя вести на собеседовании и было меньше стресса. Это место собирается много разных культур и людей, которые приехали из разных стран. А я приехал из Африки, и мне интересно познакомиться с другими людьми. Клуб занятой молодежи работает с 2021 года. Это открытая площадка, на которой студенты могут поделиться опытом своего трудоустройства, узнать о профессиональных возможностях и развитии в Самарской области, о лайфхаках по поиску работы. В прошлом году заработало 50 подобных клубов в разных регионах. Нас с вами 5 лет, 4 года обучают профессии, но никто нам никогда не рассказывает, а где найти работу, как подготовиться к первому собеседованию, как его пройти. Какие важные моменты нужно учесть при трудоустройстве на первое рабочее место. А здесь мы как раз так интерактивно, молодежно, современно рассказываем именно вот такие насущные важные вопросы. Также студентам рассказали, как справиться со стрессом и провели мастер-класс арт-терапии. Самым активным участникам вручили памятные подарки. Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События. Жителям Самары рассказали о самом масштабном кинофестивале короткометражного кино в России. Провести творческую встречу в город на Волге приехал московский кинорежиссер Сергей Тютин. Каковы задачи кинофестиваля «Арт-кино» и как он проходит, узнала Полина Чулюкова. Встреча самарцев с королем короткого метра. Сергей Тютин приехал в столицу региона рассказать о самом крупном национальном фестивале короткометражного кино в России. Ежегодно на фестивале «Арт-кино» представляют около 700 фильмов хронометражем до 30 минут. Киномарафон проходит в два этапа. Первый в Москве, а второй в 30 городах страны. На нем проходит голосование за лучший короткометражный фильм года. Мы, с одной стороны, помогаем молодым кинематографистам, с другой стороны, мы помогаем профессионалам найти таланты. Вот. Ну и не только, кроме этого, мы помогаем зрителям в других городах увидеть лучшее короткометражное кино со всей России. Общение с кинорежиссером прошло в рамках цикла встреч «Эхо кинофестивалей». Первое состоялось еще в марте. На них зрителям рассказывают об искусстве, о том, какие фестивали проходят в стране, как они создаются и кто стоит за кадром. Но это не просто показывать кино, приглашать, допустим, актеров, которые все знают, да, медийные люди, а это именно приглашать людей, которые стоят за фестивалями. Это их создатели, это программные директора, это те люди, как я их называю, люди 25-го кадра, которые не всегда видно, но они делают очень большую работу для проведения кинофестиваля в стране. Среди поклонников короткого метра и актриса Самарского театра «Витражи» Алла Набокова. На этой встрече она присутствует в качестве зрителя. Говорит, общение с коллегами вдохновляет на творческие поиски. Конечно же, это всегда важно и интересно, потому что это получение новой информации, это толчок для творчества, это познание нового и обмен опытом, впечатлениями. И все это объединяет всех творческих людей. Мне кажется, это очень важно и очень интересно каждый раз. Самарцы увидели фильмы-победители московской части фестиваля. Полина Чулюкова, Сергей Баскин. События. В Самаре отметили праздник окончания полевых работ «Сабантуй». Раньше татары и башкиры в это время завершали посевную и собирались вместе, чтобы повеселиться, посостязаться, угостить друг друга традиционными блюдами. Участников «Сабантуй» поздравили почетные гости. Подробности в репортаже Светланы Кудрявцевой. Праздник плуга – время окончания полевых работ. Самарские татары и башкиры отмечают сабантуй. Сабантуй традиционно начинается со стилизации древних обрядов. 1000 лет назад земледельцы праздновали окончание посевной и просили силы природы о богатом урожае. С принятием ислама праздник не утратил своей актуальности. Когда мы отсеялись, мы просим Всевышнего, чтобы он дал нам хороший урожай, потому что все по воле Всевышнего происходит. Поэтому роль религии, роль Всевышнего здесь закономерна,
потому что мало то, что ты посадил, но если, например, засуха будет, все погибнет. И мы просим Всевышнего, чтобы он дал вовремя дожди. Участников Сабантуя приехали поздравить в Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василий Шахразиев, глава города Елена Лапушкина и другие почетные гости. СНМСС, Кадырли Эдусла, с праздником вас! Я хотел бы от всей души, от всего нашего большого коллектива, от правительства Самарской области, да и от всех жителей, поздравить с замечательным праздником труда. Желаю только самого доброго, здоровья, любви и добра. Гости осмотрели площадки, организованные в парке Гагарина, пообщались с жителями. Мы подготовили с ребятами 10 машин. Это все мои друзья, сельчане, Мочелеевка, Камышла, Отрадный, Похсинский район, Подбельск, Алькино. То есть вот эти машины были подготовлены с нами с ноября месяца. Одна машина уже месяц тому назад ушла на фронт. У нас на сегодняшний день в Самарской области самые сильные ребята шашисты. Вот сегодня надо отдать должное, губернатор играл чемпионом мира до 9 лет, серебряным призером Европы. Эти ребята на сегодняшний день самые сильные в мире. Татары – второй по численности народ в Российской Федерации. В Самарской области проживает почти 95 тысяч татар. В регионе зарегистрировано 11 татарских национально-культурных объединений. В 11 школах области ведется преподавание татарского языка и литературы. Вся наша работа татарской автономии направлена на то, чтобы сохранить язык, культуру, традиции татарского народа. У нас есть свои татарские школы, у нас выпускаются две татарские газеты, есть свои три ансамбля в Самаре. Для гостей Сабантуя выступили творческие коллективы не только Самары, но и Камышлинского, Похвисневского районов, а также артисты Республики Татарстан. В парке проводились народные игры, конкурсы, спортивные состязания. Обязательная часть программы Сабантуя – национальная борьба кюреш. Двое участников пытаются повалить друг друга на землю с помощью полотенца или широкого кушака. Борцы соревнуются в своих весовых категориях, в каждой выявляют победителей и вручают призы. А потом, например, остаются большие веса 80, 90, 100, и они между собой соревнуются. Кто выиграет, тот абсолютным батыром считается. В этот раз абсолютным батыром стал спортсмен из Бугуруслана Рафаэль Бильданов. Он победил во всех схватках, как в своей весовой категории, так и в абсолютной. Батыру по народной традиции вручили главный приз соревнований – барана. Пришлось попотеть сегодня. Хорошие соперники были. Не просто было, скажу честно. И, конечно, ни один сабантуй не обходится без национального угощения. Перемичи, костыбаи, баурсак и золотистый медовый чак-чак. Считается, что он символизирует своим ярким цветом солнце, а своей формой, собранной в горку, радушие, дружелюбие и сплоченность народа. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Праздник мира, чистоты и духовного единения. В Самарской области прошел 22-й ежегодный православный Троицкий фестиваль. Сотни верующих съехались в Большую Царевщину, чтобы помолиться и увидеть концерт. Ксения Баканова расскажет подробнее. Чистый и светлый праздник. В Самарской области завершился ежегодный православный Троицкий фестиваль. По традиции он проходит в поселке Волжский. В этом году уже в 22-й раз. В 1006 году митрополит Сергий благословил День Святой Троицы служить на Царевом Кургане. Вот, была установлена сень для служения божественной литургии. Вот, и владыка так это очень прозорливо благословил сделать, потому что количество людей, которые приходят в этот день для того, чтобы причтить святых Христовых тайн, становится все больше и больше. События приурочили к празднованию Дня Святой Троицы, который еще является днем рождения церкви. Помолиться пришли сотни верующих, многие – семьями. После литургии для гостей работала полевая кухня, где угощали гречневой кашей и травяным чаем. А на главной сцене фестиваля развернулся большой гала-концерт. У нас есть уже добрая такая традиция, добрые друзья фестиваля, которые практически уже там по своей возможности принимают участие достаточно часто в фестивале, да. Кого-то мы приглашаем, кто-то подает заявки, ну, конечно, есть отбор коллектива.
Артисты пели и танцевали. Выступили вокально-инструментальная группа «Родные берега», автор-исполнитель духовно-патриотических песен Наталья Гражданкина, хор храма Рождества Христова, вокальный квартет «Инканта», народный вокальный ансамбль «Вера» и другие коллективы. Для меня это в любом случае пение, наверное, сердцем. Независимо от того, насколько у тебя на душе может быть разные состояния, но ты поешь, и тебе становится легче, веселее, и как-то оно бодрее получается. Ксения Баканова, Валерий Майоров. События. Футболистки женского клуба «Крылья Советов» 4 матча подряд не проигрывают в российской суперлиге. Молодежный состав самарского футбольного клуба на домашнем поле проиграл сверстникам из московского «Спартака». А самарские пловцы и фехтовальщики внесли свой вклад в российскую копилку медалей на играх «БРИКС». Подробнее в нашей спортивной рубрике. Женские «Крылья Советов» до 4 игр продлили серию без поражений в чемпионате России по футболу. Накануне в матче 13-го тура Суперлиги волжская команда отправилась в гости к пермской «Звезде 2005». Первый тайм завершился в пользу хозяек поля, но сразу после перерыва гости ответили голом Марины Кисканин. Эта ничья стала третьей в последних 4 играх для «Крыльев». Еще в одной встрече они победили. Теперь у самарского клуба 6 очков, и они занимают 11-е место в таблице. Молодежка «Крыльев Советов» уступила на домашнем поле московскому «Спартаку» в рамках 11-го тура российской молодежной лиги. Команды обменялись забитыми мячами в середине первого тайма, но перед самым перерывом гости вышли вперед. На 64-й минуте самарцам удалось сравнять счет, но уже через 6 минут они уступали с разницей в 2 мяча. Еще один гол удалось отыграть, но до финального свистка счет больше не изменился. 3-4 – поражение «Крыльев». В Казани завершились игры «БРИКС». Самарские спортсмены завоевали еще несколько медалей. В фехтовании на рапирах представители сборной 63-го региона, братья Бородачевы, вышли в полуфинал соревнований, где встретились между собой. Кирилл оказался сильнее Антона 15-7. В финале Кирилл Бородачев сразился с соотечественником Тимуром Сафиным и победил также 15-7. Антон Бородачев и представитель сборной Узбекистана Мухаммад Юсуф Асранов стали обладателями бронзы. В плавании сборная России выступила на играх юниорским составом. В число участников команды вошли 2 спортсмена из Самарской области – Арина Хитева из Новокуйбышевска и Михаил Быков из Тольятти. Арина стала двукратным призером турнира – серебро в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 метров, а также бронза на 50 метров баттерфляем. А Михаил выиграл серебро в заплыве на 200 метров брасом. Всего по итогам игр сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 262 золота, 141 серебро и 99 бронз. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской» сообщает о том, что стартовал всероссийский конкурс «Читаем всей семьей». Он приурочен к объявленному президентом России Владимиром Путиным Году семьи. Конкурс способствует продвижению семейного чтения, возрождению и продолжению семейных традиций, созданию пространства для диалога ребенка и взрослого. Для участия в конкурсе необходимо снять видеоролик, в котором примут участие члены семьи разных поколений – родители, бабушки, дедушки, дети. Семья должна быть задействована в совместном чтении вслух любимого литературного произведения на русском языке. К участию приглашаются семьи с детьми любого возраста. Прием работ проходит с 9 июня по 30 сентября. Межрайонный ФНС России номер 22 по Самарской области сообщает о проведении рабочей встречи с налогоплательщиками по вопросам единого налогового счета. Встреча пройдет 25 июня в 10 утра, сообщает телеграм-канал администрации промышленного района по адресу город Самара, Брусчатый переулок, дом 38, кабинет 204. В отделе опеки и попечительства Красноглинского района прошло профилактическое мероприятие для подростков из замещающих семей. Ребята ознакомились с законами и правилами, действующими на территории города. Рассказали об ответственности за нарушение режима тишины и о запрете на прогулки в ночное время без сопровождения взрослых. Особое внимание уделили опасностям, связанным с курением вейпов, алкоголем и наркотическими веществами. Дети получили информацию о последствиях употребления этих веществ и способах избежать неприятностей.
На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго, до свидания.